Добрый день, меня зовут Алина, я менеджер-консультант компании «Массажный рай». Сегодня я хочу рассказать вам об особенностях и отличиях массажных столов. Основание конструкции столов выполнено из высококачественных материалов дерева и металла, что обеспечивает им особую прочность, устойчивость и технологичность. Алюминиевое основание придает столам легкость. Вес таких столов составляет от 10 до 17 кг. Вес деревянных столов варьируется от 12 до 17 кг. Система металлических тросов позволяет легко разложить и установить стол. Тросы должны быть прочными и упругими, для того, чтобы в процессе эксплуатации их не приходилось постоянно подтягивать. Регулировка высоты алюминиевых столов осуществляется за счет телескопических ножек, у деревянных – за счет двойной фиксации. Диапазон высоты от 60 до 80 см. Ширина большинства столов составляет 70 см. Это наиболее оптимальный размер для комфортной работы массажиста. Среди уникальных моделей можно выделить стол со специальным отверстием ложек. Его удобно использовать для клиентов с большим весом и беременных женщин. Стандартная длина стола 180 см. Значительно увеличить его длину может подголовник. Практически у каждого стола есть отверстие для лица и заглушка. Тем не менее, наличие подголовника создаст более комфортные условия для клиента, особенно если можно регулировать его угол наклона и высоту. В комплекте к подголовнику прилагается держатель для рук, позволяющий максимально расслабить мышцы плечевой зоны. Обратите внимание на расположение швов в подголовнике, они не должны контактировать с лицом клиента. Во многих моделях столов присутствуют подлокотники. Они могут служить альтернативой держателю для рук в некоторых моделях, их можно подстраивать под положение клиента. В качестве наполнителя используется первоклассный ортопедический поролон, придающий мягкость и препятствующий скривлению позвоночника клиента. Обтянуты столы эко-кожа на хлопковой основе. Это специализированный дышащий материал, приятный при соприкосновении с телом, при этом не вызывает аллергию. Также данный материал устойчив к деформации, дезинфицирующим средствам и массажным маслам. При выборе стола стоит обратить внимание на наличие дополнительных ножек на боковой стороне ложа. На них можно удобно расположить стол в собранном состоянии. Также очень важно, чтобы швы по всему периметру стола были ровными и без разрывов. Помимо того, что массажные столы различаются между собой основанием, также они делятся на двух- и трехсекционные. Третья секция является подъемной. Встроенный механизм позволяет пошагово регулировать ее наклон до 75 градусов, что предоставляет возможность осуществлять массаж ног и оказывать косметологические услуги. Максимальная нагрузка на массажные столы составляет 200 кг. Отдельно хочется отметить особенности строения рамы стола. В некоторых моделях на торцах стол имеет арочную форму. Это позволяет массажисту использовать эффективные техники, работать максимально близко к пациенту в сидячем положении. При выборе стола обязательно проверьте наличие защитных элементов, такие как заглушка на каждой ножке стола, а также наличие и состояние болтовых соединений. Все части конструкции должны быть плотно скреплены между собой. Несколько слов о комплектации столов. Безусловно, чем больше у стола дополнительных аксессуаров, тем наиболее комфортно и функционально в использовании. Обязательно обращайте внимание на наличие, а также состояние подголовников и подлокотников. Они должны крепиться внутри стола. В комплекте со столом почти всегда идет удобная сумка-чехол для переноски. Наличие бокового кармана позволяет перевозить с собой различные аксессуары, например, массажное масло. Вот уже более 10 лет компания «Массажный рай» активно развивается в области индустрии красоты и здоровья. За это время мы подробно изучили потребности наших клиентов и готовы предложить лучшие продукты в этой категории. Ну а наша профессиональная команда менеджеров всегда готова помочь вам сделать правильный выбор. Ждем вас в «Массажном рай».